Так, готовлю овсяные оладьи. Это остатки теста. А что мне потребовалось для теста? Так, 200 грамм овсяных хлопьев, меленьких. Да, Эмиль, я покажу, какие они меленькие у меня. Такие вот прям не крупные. Такой геркулесик, он прям именно вот, как объяснить. Ты это Эмиль, что-то фокусирует плохо камера. Вот такой вот. Он прям миленький такой. На. 200 грамм геркулеса, а 100 грамм меда. Он, правда, немножечко засахаренный был. Мы сделали кипяточку. Мы? Ну, Эмиль сделал. Вот. Ты тот тип людей, который вечно говорит «мы», когда дело гонит. Как его разбавили мед и добавили, как его, в хлопья. Одна чайная ложка сахара, щепотка соли, 3 яйца, 4 столовых ложки муки. А, перемешали. Так, я сказала, 100 миллиграмм кипятка, Да. да. А, настояли минут 10. Вот, Эмилю зашли оладушки, он дрескает. Вот. Вот такие вот. Медовые они будут называться. Овсяно-медовые. Вот они красивенькие. Так, чайку вечерком великолепно. Камера может быть и не супер. На пара сегодня не держи, говорю. Вот. Вот такие вот. Ну, оладушки неплохие. Я впервые вообще такие готовлю. У меня на двоечке стоит плитка, это значит на серединочном огне. Вот. Маслица не особо уж большое количество. Вот. Жарится, жарится. Сейчас горяченького чая. Вот. В общем, прекрасные медовые овсяные оладушки. Жаль, что камера, может быть, не передает такое, как они даже еще красивее. Сейчас буду снимать скоро.